Обложечка весьма интересная, кстати. Весьма интересная. Сейчас было жесткое голосование за Руба, в котором победил Пруви. Победил трючок Пруви. Кто бы мог сомневаться, что на продакшене тоже Пруви. Мементо Амор. Симпатичная обложка, которую даже вот хочется. Если она попадет под трек, я бы ее забрал. Вот если бы я такую облогу увидел, как будто бы я захотел кликнуть. Аэро против нации. Не, я думаю, тут будет без шансов. По запросу несопоставимо. По запросу несопоставимо. Если Аэро как бы еще будем к нему возвращаться, надо просто слушать его. Вот, либо, ну, не, уже не это, не это. Не прикасаться, да. Слушаем, друзья, что это такое? Memento Amor. Let's go. Ух ты, как чистенько. Очень чисто, очень широко. Да, если вокал стоит, так же круто. Заново. Да, прям струны, конечно, гитарные играют. Просто изящно, я бы сказал. Еще и вокал достаточно высоко стоит. Ну, ну. Если ты моя душа, то ты луна, взираешь на меня. Ты запах грунта, самый сильный кайф на твоем теле, моя схема дорог прям в рай. Если ты моя душа, я буду думать про тебя всегда. Твой запах утром не велит кусать тебя, как пули глубоко, я не вижу край. Так грустно смотреть, я не интересен. Да, очень-очень громко. В голове играет. Если ты моя душа, то луна взираешь на меня. Твой запах грунта, самый сильный кайф. Моя дорога прям в рай. Так грустно смотреть. Ну, дэм, бро. Динамика для развития песни еще сумасшедшая. По куплетам, по разнообразию, по жизни. Это грустно. Так грустно смотреть, как я не интересен. Красивая концовка. Воу. Не, это хороший трек. Интересно, что он победил. И вы представьте, это 2.16 всего. То есть со всей динамикой, которая происходила в треке, да, со сменой куплетов, со сменой ритмик, еще с очень длинным аутро, ну, которое кажется очень длинным. И трек при этом супер динамичный. Интересный, необычный формат сведения, да, прям все максимально проксимити, да, все вот прям вот сюда звучит, вот прям вот так. Ты прям внутри башки слушаешь всю эту музыку, даже сумасшедший раскат. Ну, хорошо, с другой стороны... Самое главное, чтобы совпадала акапелла и инструментал. Если они не совпадают друг с другом, это трэш. Если они совпадают, то все в порядке. Обложку 100% берем. Да, обложку берем железно. Мне кажется, она точно сюда подходит. Может быть, прям спросим в чате. У нас обложек же хватает. Да, вот сегодняшняя обложка Декма или вот эта обложка Пруви. Хотя, наверное, проголосуют просто за артиста, да, типа. А не за обложку. Или кто-то не видел, да, обложку Декма. Просто сегодня на стриме мы взяли обложку Декмы тоже. Это последнее. А, в смысле, можно ее прям взять, да, типа, и все, и мы не надо ни против кого сопоставлять, да? А, все тогда? Тогда берем. Тогда берем вообще железно. Тогда супер, вообще супер. Спасибо. Интересная песня, правда. Снипет на YouTube. Так, а здесь у нас что есть? Это сниппет или это видос?
А, это снипет есть. Нет, подождите, это... Такая вечуха прям, да, какая-то жесткая у нас. Бро, ну это жесткая вечуха вообще заиграет, вообще страшно. На картинке творится. Если ты моя душа, я буду думать про тебя всегда. Запах утром не велит кусать. Нарезка кадров моя. Глубоко не вижу край. Так грустно, как смотреть, как я не интересуюсь. Я тебя понял. Песня хорошая, весьма. Я бы даже как будто в прод взял, а? Я бы как будто даже в продакшн бы взял. Очень хорошая работа струнных. Четыре. Здесь я не знаю, 3-4, но ближе. Если ты моя душа, будто луна, взираешь на меня, твой запах грунта, самый сильный кайф. Вот это мягкость, да, вроде есть. Если ты моя душа, я буду думать про тебя всегда. Твой запах утром не велит кусать тебя, как пуля, глубоко не вижу край. Так грустно, смотреть, как я не интересен. Оба переслушать этот трек. Нихуя не 4, да. Тренд 3 я все-таки оставлю, наверное. Вот эти. Вот эта динамика с переходами я вот так сделаю. Да. Угу. Да. Да-да-да. Вайп, разъеб. Разъеб. Трогаем с тобой уже который день и сон, где бассейн вместе, будем на весны, лучше пара. Если ты моя душа, будто луна, взираешь на меня, твой запах грунта, самый сильный кайф, моя дорога прям в рай. Так грустно смотреть, как я не интересен. Всем тем живым в моем мертвом мире, вам нету места. Мы забудем слава этой грусти. Неплохой вопрос, бро. Спасибо большое модераторам, что удалили. Отвечу честно, да, блядь, стрим, бро. Бля, круто. 10, 9, 9. Сейчас. Половой акт меньше 5 часов — это старость, бля, бро. Факты. Что поделать. Если ты моя душа, будто луна, взираешь на меня, самый сильный кайф, прям в рай. Ты моя душа, всегда кусай край. Интересен, место. Раз, два, три, это труп. Гнем, собрежение, бассейн, вместе, бля, жесть, пиздец. Преисподний нам лес, веков ты моя душа, луна, взираешь на меня, твой запах грунта, самый сильный кайф, моя дорога прямо в рай. Но рифмы так себе, образы очень крутые, правда. Вот для такой песни я вот 8-9 думаю, да, правда. Вообще сама идея, и как он образы подал, я бы 9 поставил, невзирая на средние рифмы, реально. Спасибо, очень круто. Хит месяца. Тут надо выбирать, да. Я прот возьму, да. Прозвучало страшно, но буквы не были проглочены. Спасибо большое, да, спасибо большое за трек. Это было хорошо, бро. Сейчас посмотрим обложку точно. Бам, да. Сейчас, подожди. Так. Вот здесь, да. И... Все, готово. Теперь пойдем посмотрим, почитаем рецензии. Что там будет? Реализация 8. Вот я поставил из-за этого на самом деле 9, бро.
вот то, что он съедает, да, жир чуть-чуть совсем. Я думаю, 8-9, да. Но в целом, то количество разнообразия, которое он вывез, и тот факт интересного свидоса изучения инструментала, чистоты, качества звука, хуй знает, я что-то 9 захотел поставить. В модерах из Руба, да, серьезно, нихуя себе, а ну-ка. Не, я нажимаю так. Ну, что-то хуёво, да, все равно, что-то вам сильно не нравится. Бля, душнилы. А ну-ка! Ага. Понятно, понятно. Проголосовали. Уже прямо сейчас в модерке за эту обложку. И смотрим, что происходит здесь. Есть возможность у вас получить авторский лайк, друзья. Да. О! Принимается. 3,3, да, да, да. Бля, вообще все по базе, да? Самое большое это структура. Да, 9,8, 10. 9, 9, 9. Бля, вообще все то же самое, что ли? Реально, вообще все то же самое. Чуть-чуть отличается здесь. Бля, да ебать, как все чувствуют. Сегодня, кстати, у нас вот 80 тысяч рецензий, да, перевалило на сайте. Охуеть. 6 рецензий. А ну-ка. Прекрасный притягивающий мрак. Че, пиздец, что ли, прям? 4, да? Ну и... А, вот здесь, да? Ага. Принимается, бро, принимается. Реально, принимается. Охуенно. А ну-ка. Список зависимости. Использование слов «пользуйтесь», постоянно прослушивание музыки, написать рецензию на РЗТ. Это хорошо. Баннер шикарный, бро. Я, по-моему, не первый раз захожу на твой профиль, да? Да. Бля, крутой трек, да, вот у Аэро? Вот пиздец, вот-вот. Короче, я хочу послушать. Скажите мне, это сильно плохо? В том плане, что было голосование, вот это вот все. Мне кажется, это судьба. Вот я зашел на эту рецензию, и вот он лайк от Айро, да, короче, и вот она его песня, блядь, и мне понравилась рецензент. И что за хуйня? Я что, не могу послушать ее? Похуй. Согласен. После этого трека слушаем трек Айро, да. Ну, плохо в этом то, что, типа, вы голосовали, и вот трек проебал, да. Ну, с другой стороны, если бы не было сил, я бы и не послушал, да, сказал бы, бля, и все, да. Да, так, похуй, слушаем. Дэм, да, бро, вообще серьезно, я смотрю. Короче, бро, ты лично, вот ты можешь быть уверен, что только благодаря тому, что вот ты, короче, написал рецензию на Айро, а он поставил авторский Лукас, мы будем слушать эту песню, да. Вот прям база. Snoop Dogg, бля, никогда не подводит. Лайк я тебе сразу ставлю. Без относительно того, что ты написал. Ты охуенен. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. Неплохо, бро, неплохо. Прекрасный притягивающий мрак. Блять. Мы даже... мы у тебя спиздим вообще все. Только и буквы мы уберем. И вдохновимся, бро, твоей рецензией. Ты, короче, сделал вообще, да, сегодняшний стрим. Структурица творчества Glam Go. Спасибо. Светлая грусть. Ну, насчет ее светлости я бы, конечно, усомнился, но ок. На любителя. Безусловно. Пруи выдает стиль? Да. Развитие нового Пруи. Пруи продолжает реализоваться как норок по причине, что у нее получается довольно успешно. Прошлого релиза астрофобия. Пружит прошлого жанра астрофобия. Довольно далеко. Отличный магазин. Да. Спасибо. Это было хорошо. Все, остальное мы посмотрели. Респект.